Вопрос Елены Сорокиной вызвал быструю и однозначную реакцию мэра Анапы. Сергей Сергеев ответил за всех анапчан и жителей Субсесского сельского округа. Никаких ИЖС на месте спортивного объекта, ни ИЖС, ни многоквартирного строительства в Анапе не будет. Будет спортивный объект. И целевое назначение земельного участка не изменится, только под строительство спортивного комплекса. Волейбольная площадка, игровое футбольное поле или целый спортивный комплекс – на выбор хозяина участка и в интересах анапчан. Ирине Ли, женщина, обращается не в первый раз, даже напоминать о теме вопроса не пришлось. Проблема на контроле мэра Анапы. Дом Ирины после подтопления хутора Уташ пострадал. Семье женщины выделили служебную квартиру, оформить забыли. Мы переведем сейчас, она же у вас числится служебной, мы ее переведем в обыкновенную и вам отдадим. Я сейчас буду укороченной, потому что я прошу прощения за своих подчиненных. В команде администрации видит себя Вероника Бабок. Контракт на предыдущей работе не продлили. В своих силах и профессионализме Вероника уверена на все 100. Я училась в Москве, я знаю цены своим знаниям и своим. Я сама училась, я не покупала эти дипломы, я сама разрабатывала проекты, которые внедрялись в выселках. В Краснодарском крае передавала Ткачеву Александру Николаевичу. Конкретное решение Сергей Сергеев примет, как только изучит все материалы. Поддержать внучку в ответственный момент пришел Петр Беспалый и тоже обратился к мэру. Обратная связь от избирателей. Большое вам спасибо, что вы мне помогли уголь купить раньше. Пожалуйста. Я и бабушка инвалиды. Большое спасибо. Анна Красноярцева – представитель интересов жильцов многоквартирного дома номер 37 в 12 микрорайоне. Вопрос многослойный. Перенос предприятия «Лифт» из подъезда жилого дома. Рабочие и диспетчер работают круглосуточно, мешают отдыхать жильцам. Жалобы на обслуживающую компанию «Коммунальщик» и на соседей. Игорь Богданов, житель хутора «Красный», попросил заасфальтировать 2 участка дороги в населенном пункте и установить или запланировать установку уличного освещения. Неразрешимых вопросов нет, и решения приходят быстро, если рассматривать их в соответствии с законом. Мэр Анапы Сергей Сергеев в понедельник решил 12 вопросов анапчан. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа регион.